Яркий пример того, как срабатывает тактика первых баллов, продемонстрировал Лукас Халк Барбоса в схватке против Леандра Ло на втором ивенте Big J Stars. Халк в своей активной манере буквально врубается в поединок, раздергивая Ло и, улучив момент, проводит отличный Collar Drag Takedown. Лихой, неожиданный и мощный. Давайте посмотрим более пристально, как это было. В ходе активной борьбы за захват Лукас берет кросс-коллар, правая рука за правый отворот, левая рука за правый рукав оппонента. Одновременно срывая противника прямо на себя вниз, Лукас делает отшаг левой ногой в сторону, чтобы обеспечить пространство для беспрепятственного падения Леандра Ло вперед. При этом сам не заваливается на спину. Лукас как бы садится на задницу в шаг-пистолетик, вытягивая свою правую ногу в качестве препятствия для шага Ло. Далее Халк отпускает рукава и ловит дальнюю ногу оппонента, дабы тот далеко не откатился и уж тем более не встал. Преследует Леандр всем своим корпусом и поднимается наверх, в итоге убедительные 2 балла. Посмотрим еще раз. Остальные 9 минут матча Ло так и не нашел шанса отыграться. В итоге первые секунды поединка и активность Лукаса обеспечили ему уверенную победу на столь высоком уровне. Выпуск подготовлен при поддержке сайта BJJ School Online. Хотите получать знания концептуально, да еще и на русском языке, следите за обновлениями сайта.